Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Саин, компания «Агрожилование». Мы представители завода КВД. Сейчас мы находимся на поле озимой пшеницы. На данном поле мы закладывали опыты по технологии CULTAN. Со мной рядом находится Ярослав, он представитель компании Яра. Здравствуйте. Сегодня Ярослав нам поможет, скажем так, провести промежуточную аналитику, анализ растения. У нас есть сегодня такой тест небольшой. Старая и молодая гвардия, да? Новое и старое поколение N-тестеров Яра. Ну, я думаю, что Ярослав, может быть, вкратце расскажет, чем они отличаются, для чего они вообще нужны, потому что многие, даже фермера, не в курсе, что это за прибор. Да, Ярослав? Да, ну, вкратце об этом приборе. Он измеряет фотоактивность растения, непосредственно листовой пластины, наиболее развитого молодого листа. То есть, ну, в данный этап мы будем измерять флаговый лист, потому как у нас уже период перед началом колошения. И в результате мы сможем как бы объективно понять, насколько у нас растение поглощает в данный период азот, как бы наиболее развитая сторона, то есть по разным технологиям. Ну, то есть не я буду сегодня помогать как бы определять потенциал, да, а будет наш прибор, который относится к Yara Digital непосредственно. Скажите, пожалуйста, как мы сегодня сможем, допустим, узнать ориентировочную урожайность? То есть, ну, ориентировочную урожайность в плане каком? Сколько есть там азота при корневой зоне, либо в растении? На какую урожайность на данный момент как бы заложено питание и так далее? То есть, ну, если не будет, понятное дело, каких-то катаклизмов, засухи, там, болезней и так далее. То есть мы сегодня сможем, в принципе... Да, мы сможем определить непосредственно в растении, насколько его потенциал развития на данный момент, как бы, на что и влияет непосредственно усвоение растением азота. Мы увидим по наиболее молодому листу, так как азот, он элемент, который есть мобильный в растении, он может реутилизироваться с нижних листьев в верхние и аналогично усваивается и хорошо поставляется непосредственно в самую молодую точку как бы растения. На данном этапе это будет флаговый лист. Мы увидим показатель, который мы можем переводить в урожайность и можем увидеть потенциал данного растения, объективно, как бы рассчитав, сколько мы можем получить уже и сколько нам надо добавить азота, чтобы получить больше. То есть именно на данный этап. То есть, как бы он... Отлично. Так, еще хотел вопрос задать, потому что мы пользовались несколько сезонов, скажем так, пользовались вот таким N-тестером Яра. Да, это, ну, он, как вы говорили, что на сегодняшний день он, в принципе, актуален, да, ну, скажем так, он не такой информативный, наверное, то есть без таблиц и так далее, то есть он, скажем так, максимально простой. Здесь мы делаем 30 тестов, и потом по таблице уже, там, экселевской таблице мы смотрим уже в разную фазу, сколько нам надо донести азота под определенную урожайность и так далее. А я знаю, что нового поколения, получается, N-тестер, он уже сам все считает, да, то есть уже да, вот эти лишние телодвижения уже делать не надо. Здесь полностью как бы уже адаптирован под использование разных систем. Это и Android, и iOS, как бы мы можем, мы его привязываем к телефону, непосредственно своему аккаунту ARIX, то есть он рассчитывает сам, как бы, сколько вам надо довнести на плановую урожайность, сколько в ДВ азота, допустим, в данную фазу вам надо довнести, и это дает нам как бы понятие о том, что мы можем, как мы можем повлиять на растения в данный момент. В данный момент. Да, то есть мы можем в процессе роста, не так, как делают по стандарту, да, вот фермера в Украине, всегда классика это какая, что мы внесли азот при посеве, допустим, озимая пшеница, потом внесли весной один, либо два, либо три раза, да, ну и кто-то еще на качество уже... Да, то есть... Я не помню, восковая, по-моему, да, спелась, ну, уже это, на это качество. Да, больше на качество кто-то делает, да. То есть с данным прибором мы можем, в принципе, выйти в поле и уже сию минуту, скажем так, в этот момент, когда мы проверили, сколько нам не хватает азота, мы можем уже сейчас повлиять, правильно? Мы, в первую очередь, мы должны знать, к чему мы стремимся. Мы вводим данные при измерении, при начале измерения вводим данные количество белка, которое нам необходимо, на которое мы будем планировать увеличивать наше растение урожайность непосредственно. В основном сейчас в системе есть только не наши сорты как бы пшеницы, но в дальнейшем планируется вводить и наши сорты. Для этого надо просто период для испытаний. И в дальнейшем как бы прибор, уже имея данные, которые мы ему вводим, он измеряет, что нам надо дать, дополнить как бы растение в эту фазу для того, чтобы получить максимальный урожай. Да, максимальный результат. Максимальный результат. И насколько я понимаю, что в принципе вот как пользователь N-тестера, да, то этот N-тестер Яра, в принципе, он нужен, если мы там говорим за зерновые, да, допустим, ту же озимую пшеницу, то он нужен. Мы можем померять этим прибором уже с фазы кущения, да, то есть до, там, я не знаю, до колошения, допустим, он всегда может нам понадобиться, и мы можем повлиять на урожайность. Да, то есть не один раз, там, допустим, в какую-то определенную фазу, а в принципе в процессе всего роста. Даже до 55-й фазы по BBCH мы можем пользоваться этим прибором, будет актуален. Окей. Все. Спасибо большое, Ярослав, за консультацию. Ну, а теперь мы пойдем на поле и посмотрим на наши результаты. Итак, друзья, сейчас мы будем проверять азот в растении прибором N-тестер. Посмотрим, какие значения покажет нам прибор на опытном участке CULTAN и на контроле, там, где мы вносили сеялкой карбамид внутри почвы. Итак, дорогие друзья, на опытном участке CULTAN у нас показания N-тестера 688. И далее мы пойдем на участок, там, где мы вносили удобрение с помощью сеялки. Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся на делянке, там, где мы вносили сеялкой карбамид на опытном поле. И проверим прибором N-тестер Яра нашу пшеницу. Итак, дорогие друзья, провели мы прибором по контролю на опытном участке, на опытном поле. Вот, показания N-тестера у нас 655, там, где мы вносили сеялкой.